Здравствуйте все, вы меня все хорошо слышите во всех частях зала. Там тоже хорошо слышно, да? Нам предстоит очень особое время сейчас. Мы можем проделать в это время буквально скачок, совершить скачок в пути. Все в наших руках. Все зависит от внутреннего усилия. И я надеюсь, что мы сделаем его. Первый урок называется «Я буду властвовать», когда мы начинаем судить о нашей природе, самое важное в раскрытии истины — это когда мы не считаемся с уровнем животным, когда мы обычно отождествляем себя с ним, с нашим телом, со всеми желаниями, мыслями, стремлениями его. И это простой эгоизм, который находится во всем человеческом роде, и весь мир это чувствует, более или менее во всевозможных видах проявления, каждый согласно своей природе. И мы должны видеть развитие человечества, рассматривая его не как тела, а как желание, наше желание. Желание на человеческом уровне, когда все, на что мы смотрим в жизни, мы видим, что люди живут сложной жизнью, в большой борьбе, прилагая огромные усилия. Каждый должен бороться за свое существование. И почему это так? Это все нужно лишь для того, чтобы мы решили о ничтожности нашего желания. Мы не просто так говорим, что это за жизнь, почему люди страдают. Посмотрите, что это за жизнь. Но эта жизнь предназначена для того, чтобы мы страдали и решили, что наше желание получать умерщвляет нас, и чтобы мы пожелали подняться из него на следующую ступень. Поэтому мы не смотрим на тела, а смотрим на желание в целом. Это желание должно расти все время, переходя от одного этапа к другому, страдая все больше и больше в мере своего роста, во все более качественном виде. И хотя, может быть, есть все наполнение на материальном уровне, но желание пока что возросло на человеческом уровне больше, и тогда желание не чувствует себя удовлетворенным. Если люди когда-то воевали за кусок хлеба, сегодня есть у них это, скажем, но они страдают от других вещей. И в конечном счете мы таким образом продвигаемся, это желание продвигаемся, а мы являемся его частями, этого общего желания. И тогда мы в конечном итоге приходим к решению, что мы должны решить эту проблему, что достаточно нам жить в этом желании, которое рождено и предназначено только для страданий. И мы ничего не можем с ним поделать, кроме того, как решить, что мы хотим подняться над ним в ином направлении, не увеличивая желание. И тогда тот, у кого есть 100, желает 200, и, соответственно, 200 испытывает и страдания,
а тот, кто желает 400, у того страдания еще больше. Но мы должны решить о ином использовании желания, что оно предназначено не для того, чтобы наполнить животное, а для того, чтобы наполнить наше истинное тело, которое находится вне этого животного, подняться над животным, над конем, к ступени всадника. В этом, по сути дела, цель, которую мы видим как цель нашей жизни. Человечество раскрывает это для себя и сейчас находится на перепутье и начинает воспринимать, наконец-то, что оно приводит себя к общему тотальному разрушению и приведет себя к нему, если не изменит свою природу. И здесь мы, именно мы, те, у которых есть знание того, что необходимо делать, у нас есть методика, и в соответствии с этой методикой мы должны стараться и пытаться самим это выполнить и показать всему миру, что значит быть светом для народов. Это то, что мы собираемся сейчас реализовать. И от ступени «я буду властвовать», ступени нашего эгоизма, который тянет нас к тому, чтобы заниматься нашим животным, мы должны подняться над ним и связаться с человеком в нас. Человек в нас пока еще не существует. Есть точка, от которой мы должны начать развивать его. Эта точка, точка в сердце, находится у каждого. И есть люди, в которых она горит, требуя своей реализации. И здесь, и вокруг нас, по всему миру, сплотились вместе люди, которые заинтересованы воспользоваться этой возможностью и выстроить из этой точки всадника, человека, который пока еще находится лишь в этой точке, как в капле семени. И процесс, который мы должны пройти, это как мы эту каплю можем прилепить к утробе, к стенке матки, то есть к группе. И мы прилепляем ее таким образом, когда мы чувствуем вместе нашего слияния в группе, как капля, которая прилепляется к стенке матки, мы чувствуем, что мы начинаем получать оттуда, от стенки матки, то есть от нашего слияния в группе, мы начинаем получать оттуда высшую силу, и это раскрытие Творца. И три эти части, моя капля, и моя группа, и Творец, который раскрывается, и также, тогда через группу я начинаю получать питание силой, силой Его, и с помощью этой силы я начинаю расти. И я расту благодаря тому, что я получаю от группы силу Творца и с помощью того, что мое желание все время растет. И как будто хочет помешать мне, а я благодаря тому, что приношу ему этот свет, возвращающий к хорошему, это желание, которое является всего лишь первородным желанием, начинает приобретать форму человека, подобного Творцу. Я не знаю, что такое подобный Творцу, поскольку в конечном счете я всего лишь чувствую какие-то помехи всевозможные, но сами эти помехи указывают,
мне, в какой форме я должен сопротивляться им, просить о слиянии с группой, требовать воздействия со стороны Творца, и таким образом это желание приобретает форму, форму человека. И как мы это видим, происходит с зародышем, который начинает расти, он проходит всевозможные состояния, изменения, приобретает всевозможные формы, пока мы не видим, что он обретает форму подобия человеку. И так мы достигаем состояния, когда мы уже способны родиться. Этап, который мы проходим, первый этап, как я уже сказал, это слияние в матке, и это происходит в группе. И стараться через нее получить высшее питание, свет, возвращающий к источнику. И это является нашей первой темой, по сути дела. Мы сейчас перейдем с вами к отрывкам и попытаемся поняв их, как можно живее представить себе эту картину, в которой мы находимся и желаем находиться в ней. Пожалуйста. Второй отрывок. «Я буду господствовать». Малхут, облаченная в миры, называется «Я» и распространяется до мира осия. И она является разделением, ощущаемым в каждом человеке, собственным существованием каждого, в ощущении «я» в себе. И при его развитии человек хочет завоевать весь мир по своему желанию и для собственного удовольствия. Такова сила отторжения от духовного в мире осия. «Я буду властвовать». Это, по сути дела, наша первая точка. В целом, желание наше получать, которое хочет господствовать во всем, пользуясь всеми возможностями согласно своему характеру и величине. Такова наша природа, и с этого мы начинаем. И... Отрывок первый. «Капля яда на кончике меча». Как сказали мудрецы, ангел смерти встречает с оголенным мечом и каплей яда на кончике меча, а человек открывает рот, и стряхивает он у него эту каплю и умирает. Это на самом деле так. Ангел смерти — это наш эгоизм, который все время отрезает нас, отдаляет нас от духовного. Конечно же, делает это специально в соответствии с той же методикой, общей программой, согласно которой мы должны продвинуться. Но он должен вырасти для того, чтобы показать нам, насколько имя его оправдано. Ангел смерти, как и сейчас мы видим в общем кризисе, который... испытывает человечество, что люди уже начинают понимать, что проблема не в экономическом, финансовом, семейном кризисе, а только лишь в природе человека. То есть не поможет нам изменение внешних систем. Мы в конечном счете приходим к пониманию, что есть в нас ангел смерти, который умерщвляет нас. И его мы должны сами умертвить, иначе он умертвит нас. И поэтому он все время отрезает нас от хорошей жизни специально, чтобы мы почувствовали, что мы должны убить его. Меч ангела смерти — это воздействие ситра-ахра, называемое мечом, по причине возрастающего отделения по мере получения. А отдаление разрушает его. Человек вынужден открыть рот, когда он уже не способен не пользоваться своим желанием получать. Так мы видим, что люди продолжают пользоваться им в любом случае, хотя, может быть, и знают, что это будет им во вред, но все-таки обязаны просто
воспользоваться своим желанием получать. И что же будет в конце? Человек вынужден открыть рот, так как должен получать изобилие для своего существования, пока не дойдет до него капля яда. Так мы видим, что мы умерщвляем себя от поколения к поколению и возвращаемся еще раз с усилившимся желанием получать еще и еще. Так мы проглатываем эту каплю смерти. И к чему это ведет? Пока не дойдет до него капля яда, находящаяся на кончике меча, которая завершает разделение с последней искрой его жизни. Это люди, по сути дела, должны понять, что использование желания получать убивает их, и насколько это приносит им какое-то пробуждение с каждым разом, что, может быть, еще раз и еще раз можно воспользоваться желанием получать в таком виде, может быть, более изощренно. Человек в конечном счете не в этом поколении, так в следующем, еще через поколение, но все должны прийти к осознанию зла, осознанию того, что наша природа обязывает нас сама. Это называется помощью против него. Когда тот самый ангел смерти, по сути дела, умерщвляет сам себя тем, что показывает нам, что он смерть для нас, что он пробуждает нас начать сражаться с ним. Это, как мы видим, произошло в Египте. Вначале казалось, что фараон хороший, 7 лет сытости, все в порядке. Мы как бы управляем этим ангелом смерти. Мы заинтересованы даже в нем, пока мы не достигаем состояния, что нет. Мы начинаем чувствовать в нем 7 лет голода. Фараон уже не тот фараон. Ангел, который сопровождает нас, пробуждая нас к жизни, мы видим, что нет выбора, становится трудно. А раньше я думал, что передо мной все, американская мечта, мы разовьемся, достигнем всего в жизни. Весь мир перед нами. Вдруг мы видим, нет, мы замкнуты в этом мире, который изо дня в день становится все мрачнее, все более тесным, все более беспокоящим. И он в конечном счете убивает нас. И тогда мы начинаем чувствовать, что, может быть, не мир, а тот, кто находится в нас, мы сами. Именно эта проблема, наша природа, ангел, то есть наша внутренняя сила. И он тем самым, по сути дела, выполняет свою миссию, как сказано, что фараон приблизил сыновей Израиля к Отцу Небесному. Это, по сути дела, ангел, который своим сопротивлением, всей своей работой делает все в самом верном виде, поскольку это сила, ангел — это сила, у которой нет выбора, это общая программа. И тогда мы начинаем чувствовать, что у нас нет выбора, и мы должны убежать от него. Да. Отрывок номер 3. Сказано мудрецами: рассеяние грешников приносит пользу, а собрание хорошо для праведников. И это согласно сказанному Ари, Оломот Агулим, о круглых мирах, что нет круга, касающегося другого. И там было разбиение, пока не было исправлено в Олам Йошер, в мире прямоты. И объяснение сути и смысла этого в том, что разум этих кругов, игулим, подобен тому, кто крутится и вращается, и отделяется от Творца, и кажется ему, что он управляет сам собой, по собственному желанию, и важничает, говоря «я буду править». И в этом как раз было разбиение.
И каждый грешник возносится в своем сердце, говоря: «Я буду править». И поэтому они находятся в мире разделения и не могут соединиться, подобно кругам, как кажется, потому что не могут сидеть вместе, и поэтому для них лучше разделение. А праведники... Это значит, что если люди не могут управлять своим эгоизмом, им лучше быть отдаленными друг от друга. Тем самым они становятся соответствующими высшей системе. Высшая система, как мы с вами изучаем, состоит из прямоты и круга. Свойства прямоты и йошер — это в соответствии с тем, насколько человек может быть направленным прямо. Исраэль, Тара и Творец едины, когда он готов властвовать над своим эгоизмом в той мере, в которой он властвует, он пользуется им во благо ближнего, когда он начинает чувствовать ближнего, что это не ближний, а он сам. Но раньше он думал о себе, что это он, и это всего лишь его животное, а человек в нем находится вне его. Все человечество — это, по сути дела, я, духовное, мое духовное тело, которое представляется мне сейчас совершенно за пределами меня, те, от которых я хочу оттолкнуться, отдалиться, использовать. И так я использую свое духовное тело во благо материальному, пока я не начинаю понимать, что именно вне меня находится мое истинное тело, и это моя душа. И если я еще пока еще нахожусь в своем эгоизме, то насколько мы отделяемся друг от друга, это лучше, а если мы обменяемся, только хуже. И в соответствии с развитием человечества, что происходит? В желании эгоистическом получать, вдруг проявляется новая программа. Давайте обменяться. Объединились в общий рынок и пришли к кризису специально для того, чтобы ускорить развитие сознания зла. И на самом деле только рассеяние хорошо для грешников, то есть для тех, кто пользуется своим эгоизмом. Это те, которые пользуются круглыми келим и гулим в духовном, что если пока еще нет экрана, то каждое кли, каждое желание является круглым и не может коснуться другого, тогда как в том случае, когда экран есть, каждое кли становится йошер, направленным напрямую, и тогда они могут взаимно воздействовать друг на друга. И тогда сказано, что собрание хорошо для праведников, да? А праведники, хотя каждый по-своему работает на Творца, все равно все имеют одно намерение. Как мы с вами изучаем, что сферот соединены одна под другой, и каждая сфера делится еще на сферот, и еще на сферот, и еще. И есть в конечном счете один канал, который обеспечивает светом всех. И это при условии, когда каждый пользуется своим экраном взаимным образом, пытаясь таким образом давать всем и находиться всем вместе. И тогда получается, что служение группе хорошо только в том случае, если мы находимся под экраном, когда мы принимаем всех как единое клей. И поэтому все, что мы видим сегодня в мире,
всевозможные объединения, организации международные в торговле, в культуре, в чем ни возьми, все это приходит только для того, чтобы ускорить развитие осознания зла. Когда в конечном счете соединяются здесь грешники, чтобы раскрыть как можно быстрее, что они должны перейти к совершенно иному стилю жизни. Все имеют одно намерение — достичь Отца, который находится в высотах. И они сплачиваются и собираются вместе, как один человек с единым сердцем, когда каждый уменьшает себя и восславляет работу Творца, который дал ему силу и разум для его работы. И поэтому не возносится над товарищем, и они находятся в мире прямоты и соединяются друг с другом. Необходимо видеть мир таким образом. Духовный мир весь находится прямо направленным, и если есть круги, это те круги, которые мы сами создаем, тех келим, которыми мы не можем пока пользоваться, мы производим сокращение на них, а в мире игулим кругов, как в Малхут Бесконечности, она остается круглой, а затем над собой, насколько она способна, она создает линию прямоты. И также мы должны взять для себя пример этого. И хотя очень сложно выстроить линию прямоты, Йошир, когда мы видим, что в целом, как говорит Ари, тогда образовалась очень тонкая прямая линия посреди этого пространства, потому что Малхут Бесконечности является круглым пространством после первого сокращения, но все-таки нам необходима эта линия прямоты, потому что в ней мера нашего слияния с Творцом, и когда мы завершаем ее, насколько мы можем ее присоединить, насколько мы можем присоединить к этой линии, а все, что находится вокруг, это каменное сердце Лефа Эвен, все те желания, которые мы не способны исправить, и тогда происходит особое действие, многодействующий и собирающий, дословно, Рав Паалим Мекапцель, которая совершает исправление. И если мы видим в нашем мире еще раз, весь пройденный человечеством процесс, что это не человечество, это желание получать, что-то состоящее из частичек желания получать, которые страдают все больше, пока мы не перестаем страдать, не желаем больше страдать, и видим, что нами управляет ангел смерти, эгоизм. И тогда мы видим, что желание все более объединенное, все более глобальное, и тогда у него есть возможность быстрее определить, установить, потому что грешники, которые раскрываются, они ярко показывают нам эгоизм, отсутствие возможностей, беспомощность, и так мы очень быстро достигаем осознания зла. Я надеюсь, что, с одной стороны, наш пример даст человечеству понять, как необходимо действовать, а с другой стороны, они должны сами осознать зло посредством ударов, которые приносят им весь этот кризис. Да? Отрывок номер 4. Амалек охладил пыл любви Израиля. Сказано в Мидраше и приводится у Раши об Амалеке, как он встретил тебя на пути. И слово «встретил тебя» — «карха» — от слова «крирут» — «охлаждение», то есть погасил огонь их любви и охладил ее, в то время как раньше с теплотой и воодушевлением любили друг друга. А Амалек принес им охлаждение и остудил их любовь друг к другу. А почему охладил их? От высокомерия и гордыни. Ведь Амалек в гематрии «реш мем рам» исходит от слова «высокомерие», «спесь» и «гордыня».
А главное, что ведет к любви товарищей, это когда каждый низок и презренен в своих глазах, и всегда находит недостатки во всех своих делах, и видит праведность товарища, и дела того велики в его глазах. Поэтому он любит товарища и в единстве с ним. В отличие от этого, если он велик в собственных глазах и высокомерен, то видит недостатки товарища, и поэтому ненавидит его, поскольку товарищ низок в его глазах. А Амалек в гематрии «Рам», и он остудил Израиль от теплоты и воодушевления, которые были у них прежде в любви друг к другу. То есть злое желание, находящееся в природе человека, которое является результатом разбиения, должно возрасти, должно проявить себя как высокомерие, как зависть, как ненависть, как спесь, в таком виде, чтобы человек увидел, что эти силы, не то, что он их использует и поэтому поднимает себя над остальными, он должен увидеть, что эти силы разрушают его. Как это происходит? Это происходит с помощью двух данных. С одной стороны, великое желание получать, которое толкает его все время к использованию самого себя, то есть быть жестоким, властолюбивым и так далее. А с другой стороны, он начинает видеть, что с помощью этого он ни к чему не приходит, что он умерщвляет себя. И тогда он находится во внутренней борьбе, в безысходности, пока не начинает понимать, что он, когда он проходит точку, которая лучше, чем смерть, когда он говорит, что смерть лучше, чем такая жизнь, и тогда он находит решение для этого Амалека, для этого намерения ради получения Амалек или Рам высокий на иврите. То есть он все время хочет поднять человека над остальными, подтолкнуть его к использованию ближнего. И если человек начинает и вследствие его связи с другими, как это происходит в нашем виде, он видит, что невозможно использовать эго в таком виде, он начинает воевать с Амалеком. Это называется война Творца с Амалеком. Человек не в состоянии этого сделать, потому что это наша природа. Но что он может сделать? Он может потребовать от группы, от Творца, от учебы. Он уже начинает учиться. И во всей своей работе он видит, что она состоит в том, как только ограничить себя, не дать своему эго прорваться. Потому что оно все время пытается вырваться, как какое-то животное, изнутри. Человек в нем должен все время ограждать его. И в этом состоит война с Амалеком. Он остается, он останется до конца всех исправлений, это эго. Но каждый раз человек должен проделывать расчет, должен обязывать себя, убеждать себя, что использовать его, это эго, это ему во вред. То есть перед ним две возможности. Или я выхожу из себя, и я сливаюсь со своей душой, которая находится вне, которая находится во всем человеческом роде. Это моя душа. Мое кли находится в других, в моем отношении к другим.
как к своей части, самой дорогой. И вся та часть, которая называется «я», в которой я до сих пор жил, я отношусь к этой части как к животному, которая не нуждается ни в чем, кроме необходимого. Я ее наполняю всем тем, что необходимо, и не более того. И тогда всю свою жизнь я направляю только на объединение с ближним, и через них, внутри их, я начинаю чувствовать Творца. В соответствии с правилом, внутри народа моего я нахожусь. Если я могу отнестись так, к общему, к человечеству, я вместо них начинаю вдруг видеть духовное кли, полное светом. Насколько я преодолеваю свое эго и выхожу из своих границ к ним, я раскрываю нефеш, руах, нешама, хая и хида, все находится передо мной. Поэтому направить себя правильно и перестать относиться к своему телу и отнестись к своей душе, в этом вся наша работа. И вся функция Амалека, вся роль Амалека, это для того, чтобы помешать нам в этом. И тогда с его помощью мы поднимаемся, потому что из-за его сопротивления он обязывает меня входить все больше и больше вглубь внутрь человечества, прежде всего внутрь группы, прежде всего это все наши группы, затем все человечество. И тогда я начинаю приобретать кли своей души. И Амалек, который одолевает меня, Ецера, неважно, как его называть, ангел смерти, фараон, если я одолеваю его в Авиюд Дешореш, я во внешнем кли чувствую свет нефеш, если я одолеваю своего Амалека на Айвиюти Алиф, я раскрываю в кли моей души свет руах и так далее. И в такой форме я расту. То есть одно относительно другого сделал Творец. Вместо своего «я», я прихожу к своей душе. Вместо того, чтобы я властвовал, я прихожу к состоянию, в котором я отождествляю себя с Творцом, и Он является царем, а не мой фараон. Следующая тема — отмена себя, преклонение, радость в малом состоянии и самоотдача. Пятый отрывок. Главная подготовка, чтобы принять лик Шхины. Совершенный человек, совершенным человек называется, когда он уже удостоился ступени Тора, Творец и Исраэль — это одно целое. И в таком случае, конечно же, принятие лика Шхины становится очень важным, ведь целью является то, чтобы человек достиг этой ступени. Но для того, чтобы достичь принятия лика Шхины, необходима сначала подготовка, чтобы человек был готов к этому. И только благодаря тому, что человек работает над любовью к товарищам, он может достичь слияния с Творцом. И главная подготовка, которая называется усилием, состоит в том, что человек должен подготовить себя, чтобы отменить себя, то есть свою сущность. То есть он отменяет мнение обывательское и стремится к мнению Торы, означающему отмену. Еще раз. Совершенным человек называется, когда он уже удостоился ступени Тора, Творец и Исраэль являются одним целым. То есть совершенный человек, Адам, Доме, похожий, подобный Творцу, когда он таким становится, когда он использует все кли, которое сотворил Творец, а Творец сотворил весь
человеческий род, это кли для каждого, твое, мое, его и так далее. Итак, у нас у всех есть одно кли, разное для каждого, потому что каждый использует это кли из своей собственной точки, точки в моем сердце. Эта точка в сердце находится вне этого кли, из-за разбиения она вышла из этого кли, и поэтому это кли, которое находится вне меня, представляется мне полностью не относящийся ко мне, что я отталкиваю его, я не хочу его, я пренебрегаю им и так далее. И это, собственно, кли моей души. Если я работаю над точкой в своем сердце так, что я начинаю видеть во всем человечестве кли души, начинаю через группу сближаться, приближать себе это видение, начинаю видеть, что там, собственно, я должен определить, найти себя. И человек, совершенный человек, это тот, который уже удостоился слияния понятий Тора, Творец и Израиль, что это одно целое. Тора — это то, что помогает мне слить себя с тем самым кли и там найти весь тот свет, который воцарен в этом кли. В таком случае принятие лика Шхины, несомненно, становится очень важным, потому что свет начинает воцаряться в моей душе. Ведь целью является то, что человек, чтобы этот человек достиг этой ступени. Но для того, чтобы достичь принятия лика Шхины, необходима предварительная подготовка, чтобы человек был готов к этому. И только благодаря тому, что человек работает над любовью к товарищам, как мы приобретаем это кли, в котором мы принижаем себя, только с помощью того, что мы делаем упражнения в любви к товарищам. И это, собственно, уже работа в том самом направлении. И из любви к товарищам мы приходим к любви к творениям, и от любви к творениям к любви к Творцу. Так это происходит. И только благодаря тому, что человек работает над любовью к товарищам, он может достичь слияния с Творцом. И главная подготовка называется усилием, когда надо подготовить себя, чтобы отменить себя, то есть свою власть. То есть то, что я сейчас нахожусь вне группы, это ощущение, что я вне группы, это ощущение, что я нахожусь вне группы, именно его я должен отменить. То есть, что он отменяет мнение обывателей, дословно мнение домохозяев, что я хозяин, и стремится к мнению Торы. То есть, Тора — это тот самый свет, свет объединения, которое находится вне меня, означающему отмену собственной власти. Дальше. Отмена себя перед Равом. Шестой отрывок. Необходимо верить Раву, что именно так указал Творец, и недостаточно верить в Творца, потому что Тору он получает с помощью Рава и должен верить своему Раву. Потому что невозможно понять Тору разумом, ведь мнение домохозяев противоположно мнению Торы. И необходима вера в Рава, чтобы узнать, каково мнение Торы. И нет трепета перед небесами без Торы. Мнение домохозяев — это то, что я думаю о себе. Домохозяин, хозяин дома. Это мое мнение. А мнение Торы — это то, что я думаю, то, что я буду чувствовать, то, в чем я буду жить, если я буду находиться в общем кли, вне меня. Поэтому мнение Торы противоположно мнению домохозяев. То есть мнение домохозяина — это мое естественное эгоистическое кли. Я думаю, я решаю. А мнение Торы
Это то, что происходит в отдаче. Если все находятся в мнении Торы, то все объединяются. Если находятся в мнении домохозяев, то мы все разделены, отделены. Мнение Рава, это значит, что человек получает инструктаж, как перейти от мнения домохозяев к мнению Торы. Есть учитель, учитель пути, есть группа, учеба, всякие средства, с помощью которых человек может проделать этот переход, перевести себя на новый разум и чувства. Вместо того, чтобы думать о себе и чувствовать в себе мир, себя, решение, все, чтобы все это было включено вне его, просто снаружи, в группу, в общее кли. И тогда это совершенно-совершенно иные разумы чувства. Хотя мы еще и не осознаем это. Есть те, которые уже чувствуют, что это нечто обратное, противоположное. Но на самом деле, это, как сказано, обратный мир увидел я. То есть, мнение Торы, мнение общего кли, где человек начинает чувствовать себя, что он включен, впитан в группу. Через это он начинает чувствовать и ощущать духовный мир. Это совершенно иное кли. Вместо зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания начинает чувствовать кетер, хохма, бина, зеранпин и малху. То есть совершенно иные органы чувств. Ведь если человек не верит товарищу в больших делах, это значит, что он и не верит ему в малых вещах. И если кажется, что он верит ему в малом, это потому, что ему это не настолько важно. И поэтому, если он не верит Раву, то тем самым он раскрывает недостаток веры во всем, что получает от Рава. Потому что он должен быть силен в вере мудрецов, чтобы преклонить себя и быть низким в своих глазах по сравнению с праведниками. А низменность измеряется, когда человек должен сделать то, что требует от него товарищ, а его собственное мнение показывает противоположное, а он все равно преклоняет и принижает себя, свое мнение. И если Рав выдает низкое мнение, с которым его разум не согласен, то знай, что Тора без веры в Рава несет тьму. Точка проверки очень важная. Я прошел это на себе, и это очень непросто. Наш путь, как всегда, как обычно, он в борьбе, где я все время борюсь за то, чтобы находиться в нужном направлении, правильно строить себе картину мира, отличную от той, которую строит мне тело, заботиться о иных ценностях, чем те, которые формируются во мне из-за моей природы. И здесь даны нам несколько точек. Рав, группа. Это те самые точки решения, в которых я могу видеть себя, что я меняю свою теперешнюю животную голову на голову высшего. И тут одно из двух.
Я могу находиться в каких-то компромиссах, чуть больше так, чуть больше сюда. И это признак того, что это не вера, это расчет. В одних вещах я думаю, что он прав, в других вещах я думаю, что он не прав. То есть веры здесь нет. Здесь есть мой животный материальный расчет. И поэтому невозможно оправдать себя в таком случае. Если человек пренебрегает равом или группой, это признак того, что он не делает духовный расчет. Он не переводит себя из своего животного в свою душу. Продолжим дальше или... Седьмой отрывок. Условия входа в духовное. Сказано в книге Зоар, что святая Шхина сказала Раби Шимону: «Нет места, где можно скрыться от тебя». То есть нет такого места, где я могу скрыть себя от тебя. Это означает, что даже в самом сильном скрытии, которое только возможно в реальности, он все равно принимает на себя власть небесного правления с огромной радостью. И причина в том, что он следует по линии отдачи. И в то время, когда человек идет путями отдачи, то есть не остается места, где есть желание получать ни в разуме, ни в сердце, именно там может проявиться свет в абсолютном совершенстве, и свет раскрывается человеку как ощущение величия высшего света. Но если человек еще не исправил свои килим, чтобы они служили ради отдачи, то когда свет приходит, чтобы облачиться в них, вынужден свет сократить себя и не может светить лишь, а в мере чистоты килим. И тогда кажется, словно свет уменьшил себя абсолютно. И поэтому в то время, когда свет не облачается в килим, он может светить в абсолютном совершенстве и ясности, без всяких сокращений, для того, чтобы войти в нижнего. Выходит, что работа важна именно в то время, когда человек приходит к ощущению абсолютной ничтожности, то есть когда он видит, что он отменяет всю свою реальность и свою личность, и поэтому нет тогда никакой власти у желания получать, и только тогда он может войти в духовное. Это очень интересно и очень поощряет нас. Самое большое кли, самая большая возможность, это когда человек не использует свои получающие кли. Говорит: я глупый, я закрываю себя, свое эго, выбрасываю. И тогда на него воздействует самый большой свет, хотя это и окружающий свет. Он не входит в кли. Кли пока что без экрана. Но это самое большое кли. Поэтому самое большое развитие происходит в матке, когда он отменяет себя. Смотрите, у Вселенной есть, скажем, 15 миллиардов лет. Несколько последних сотен миллионов лет происходит развитие от животного к человеку, от обезьян к человеку. То есть это огромная часть, которая развивалась, у нас в матке занимает всего-навсего 9 месяцев беременности. Что такое 9 месяцев? Это развитие самое быстрое. Изо дня в день, изо дня в день. В течение нескольких дней еще что-то. И мы не понимаем, какие функции выстроены внутри, какие органы надо воссоздать, какие соединения произвести и с какой скоростью. Это потому, что есть отмена.
отмена той самой капли по отношению к тому, что с ней делают. И тогда высший свет воздействует таким образом, что его ничто не ограничивает. Смотрите, как это выстроено со стороны природы. Ничего не ограничивает. Потом он хочет, если хочет, он сосет молоко. Если нет, то нет. Если он, у него болит живот, то так. Если не болит, то не так. Но мы все знаем все эти вещи. И тогда уже начинается проблема воспитания и поведения. А здесь ничего нет. Он себя полностью отменяет. И поэтому ритм продвижения, он чудесный. То же самое и у нас. То же самое происходит у нас. Если мы отменяем себя, мы вызываем на себя окружающий свет самый сильный, полный, совершенный. Он не должен проделывать расчетов, в каком направлении воздействовать. Он просто воздействует на тебя и делает то, что нужно. Поэтому это очень важно, понять это ощущение, этот статус отмены. Нет ничего, что было бы более сильным. Когда ты в этом без всяких проверок, без контроля, без ничего, ты даешь Высшему подействовать на тебя прямым образом. Радость здесь должна, как признак того, что ты действительно собираешься отменить себя. Признак правильной самоотмены — это радость. И в мере силы самоотмены так окружающий свет приходит более сильный, и так мы разбиваемся все быстрее и более сложным, более глубоким образом. Короче, необходимо ценить эту вещь, поскольку мы находимся здесь, мы работаем здесь со светом, возвращающим к источнику, и мы действительно предаем себя Ему для Его заботы о нас. И эти этапы пройдут у нас буквально секунды, но часы. И мы почувствуем, мы уже почувствуем изменения. Восьмой отрывок. Ограничь свое состояние. Ограничение заключается в ограничении состояния, в котором находится человек, и не желать большого состояния, а именно в состоянии, в котором человек находится, он готов оставаться навечно. И это называется вечным слиянием. И не важно, как велико достигнуто им состояние, ведь может находиться даже в самом низком состоянии, но если это светит вечно, считается, что он удостоился вечного слияния. Это называется духовно неживой, самоотмена. Не хочет ничего, кроме даже в будущем. Ничего не хочет, кроме того, чтобы отмениться и быть включенным туда, в этот свет белый, в человеческий род, в силу, в виде силы, которая является вспомогательной. Энли Рош, у меня нет головы. Я не хочу использовать свой Рош, свою голову. Поэтому я полностью отменяю себя перед Высшим. Это вход в новую структуру. Да. И не важна мера величия, которая есть у него, но даже если будет самое малое состояние, если это светит вечно, считается, что удостоился вечного слияния. Тогда как тот, кто стремится к большему, это называется стремлением к излишеству. И это означает сказанное, всякая печаль будет излишней. То есть печаль, которая приходит к человеку, это по той причине, что он стремился к лишнему. И это
означает сказанное, что когда Израиль пришли получать Тору, собрал их Моше у подножия горы. Как сказано, «И соберетесь у подножия горы». Гора означает сомнение, Иерурим. То есть Моше привел их к самым глубоким мыслям и пониманию, что нет более низкой ступени. И только тогда, когда согласились с этим состоянием и идти в нем без всяких колебаний и сомнений, оставаться в таком состоянии и идти в нем, как будто находятся в самом большом и совершенном состоянии, и проявить при этом подлинную радость, как сказано, «работайте на Творца в радости», поскольку во время Гадлута от человека не требуется работать над тем, чтобы быть в радости, потому что в это время радость проявляется сама по себе. И только в состоянии недостатка, катнут, нужно работать, чтобы быть в радости. Несмотря на ощущение незначительности своего состояния. И это большая работа. Создание такого малого состояния, катнут, является основным в рождении ступени. И это состояние должно быть вечным. А большое состояние, гадлут, приходит только как дополнение. И необходимо стремиться к основному, а не к дополнительному. Это непросто. Подождите, скоро мы закончим, и тогда вы раздадите воду. Ник, ты слышишь? Секундочку, мы перейдем к вопросам, и тогда вы сможете раздать всем воду. Стремление к состоянию малому, к самоотмене, это всегда предпочтительно, потому что мы тем самым каждый раз прилепляемся к новому состоянию. Любое новое состояние начинается с новой точки. Парцуф начинается зарождение, вскармливание разум. Зарождение, вскармливание разум. Неи хагат хагат, хабат. Так мы растем. Поэтому стремление к малому состоянию катнут — это стремление к новой степени. Ты отдаешь себя. Это называется самопожертвованием. Ты жертвуешь себя высшему. И он работает над тобой. Это признак того, что ты уже тем самым поднял себя. И каждый раз это так. Не беспокойся о большом состоянии. Высший подстроит себе всегда такие препятствия посередине, когда тебе будет необходимо работать сильно. Что значит, что ты стремишься к малому состоянию катнут? Что называется у нас большим состоянием? Гадлут. У нас в мире большим состоянием называется, когда у меня есть своя голова, есть своя сила, есть свое воззрение на вещи. И так я буду властвовать. Я хозяин. Величием в духовном называется, когда я получаю Творца, Его зрение, как Он видит мир. Я через Него слышу, через Него понимаю. И поэтому называется, что я получаю модель Творца на свои мозг и сердце, на все решения, мнения. Я получаю через Него. От кого я еще могу получить? Я получаю все от Него, от света, возвращающего к источнику, и поэтому чем больше я себя отменяю с каждым разом, я расту все больше. И если мы входим в состояние ибур зарождения, это называется, что я могу всего лишь отменить себя на минимум, на который я только способен. И когда я нахожусь в состоянии ника, вскармливания, это означает, что я могу себя отменить себя на большей ступени авиюта, хагат. Это первая стадия авиют, алеф. И если я могу отменить себя на уровне авиюта 2, 3, 4, бет гимель далит, я уже вхожу в авиют, когда я прошу от Творца его разума, его сердца, этих желаний, этих мыслей, этой модели, этой программы, но с помощью самоотмены. Каждый раз только все большая отмена себя. Несмотря на проблемы, несмотря на помехи, все большее. И поэтому мы с вами читали, назвали наш конгресс как «отмена», потому что это является основной точкой на всем пути. Точка за точкой,
по тем точкам, к которым я продвигаюсь, это только отмена, отмена, отмена все более высокие, потому что в мере, в которой я отменяю себя, я получаю от него и чувство, и разум. Он формирует меня с каждым разом все больше. Я получаю все большие формы, глубокие понимания поведения себя и всего. И так мы приобретаем, получая в себя, как бы это сказать, Творца, который облачается в нас, формирует нас, входит в свойства, можно сказать, программа Его, программа отдачи, любви. Поэтому отмена, от нее зависит весь успех, и признак этому — радость. Девятый отрывок. Нет? Что, безоговорочная капитуляция нет? 10. Самоотдача. В любви Творца, когда мы говорим, что человек должен работать без того, чтобы получать что-то взамен, имеется в виду, что он готов к самоотдаче безвозмездно, без того, чтобы из этого произросло что-то для него, взамен его самоотдачи. И в этом суть, в этом его цель. Он хочет отменить себя перед Творцом, то есть отменить свое желание получать, что является сутью творения. Именно это он хочет аннулировать перед Творцом. Получается, что именно это его цель. То есть, его целью является отдать свою душу Творцу. И когда он достигает ступени самоотдачи Творцу, потому что хочет отменить себя, чтобы насладить Творца, тогда он видит цель Творца, которая была заложена в замысле творения — насладить творение. Перейдем к вопросам. Это становится все сложнее. Мы, может быть, в вопросах постараемся выяснить всю глубину вещей. Итак, каким образом мы... Что? 14.30. Написано у меня 12.30. До часу? Ну, включая семинар. А сейчас у нас 11. Есть у нас 2 часа еще. Итак, мы, по крайней мере, полчаса можем посвятить вопросам. Я вижу, некоторые просто готовы взорваться, хотят спросить. А если нет, то что ж? Еще? Еще? Как они будут спрашивать? Подойти к микрофону? О, сложно. Может быть, они будут кричать со своих мест и... И мы повторим? Да, Гилат. Один Гилат, второй Гилат. Выходит, что самоотмена — это большое усилие. Слово «самоотмена» — это представляется, как будто бы я не работаю, все так течет. Не вставайте к микрофонам, вам их передадут. Я смотрю на это усилие. Я смотрю на усилие плода, который растет в утробе матери. Мне кажется, что это большие усилия с его стороны. Что же тогда самоотмена с нашей стороны? Как мне это представляется, это огромное усилие, это так? Отмена — это небольшое усилие, потому что это усилие, когда если группа людей на самом деле хочет реализовать хотя бы... в самом минимуме на первой ступени, они на самом деле способны, настолько способны, что если даже недостойны, если производят временные усилия, получают свечение. Вы можете сейчас произвести усилие и на самом деле раскроете духовную реальность, высшую реальность. Вы почувствуете это, что это буквально в действии, как это происходит, находится здесь, в духовном мире. Вы просто будете там только что. Может быть, это будет временным, и вы снова опуститесь оттуда. Снова в это ощущение.
Но это может произойти. То есть отмена, с одной стороны, это самая высокая вещь, когда все время мы отменяем себя только в зависимости от того, на каком уровне нашего эгоизма, ненависти и так далее. Но это также и вещь самая близкая, доступная, даже во временном виде. Когда ты даже уверен, что ты не сможешь устоять в этом, но ты производишь усилия, случайное, временное, мгновенное такое, и достигаешь успеха. Это как своего рода скачок, подъем, спуск. Но уже подъем, скачок над максимумом, то есть в область отдачи, потому что есть отмена. Это возможно. Иногда происходят такие вещи, как проблемы при родах. Выкидыш. Это отмена, вход духовно и выкидыш. Но есть вещи, которыми мы пока не можем управлять. Мы этому научимся на опыте, как это происходит. И главное для нас — это почувствовать эти состояния, что мы можем находиться в них. Затем мы уже будем видеть себя. Мы уже научимся, как принимать роды, научимся этой профессии. Все нам предстоит. У тебя есть вопросы из интернета? От своего товарища? Ну, хорошо, спроси. Цитата. А, цитата какая? Из предисловия к ТАСС. Бальсулам пишет, что даже в состоянии скрытия лика, с помощью усилия, веры, управления, наградой и наказанием, раскрывается огромный свет со стороны Творца. И на время люди удостаиваются раскрытия лика, хотя они пока что и находятся в среднем состоянии. Но их желания недостаточно, чтобы они находились в этом состоянии постоянно. Прийти же к состоянию постоянному можно только с помощью возвращения свыше. Хорошо, но это слово «пути». Главное не быть слишком умным, проделать эти действия и все. Передайте микрофон туда. Ну-ну-ну, кто там стоит с микрофоном? Пожалуйста, пускай передают поскорее другим. Мне кажется, что требование раскрытия и катнута, эти две вещи противоположны друг другу, собственно. Почему? Раскрытие. Почему я хочу раскрыть свою душу, высшую силу во мне? Потому что я желаю тем самым объединиться, поблагодарить, служить, доказать любовь, отменить себя для того, чтобы отождествить себя. Ты спрашиваешь, по сути дела, для чего я отменяю себя, да? Ну, для чего? Для того, чтобы достичь раскрытия Творца и доставить ему этим наслаждение. Тогда почему это отвергаемо? Я не понимаю. Раскрытие, когда я желаю, чтобы раскрылся мне Творец, мы почувствуем это. Насколько ты больше... Почему, скажи, ты настолько не желаешь раскрытия? Ведь ты иногда желаешь вот так, на тебя что-то давит, когда ты желаешь, но это нервы, это тебе подстраивает свыше. У тебя собственного желания нет. Ты посмотреть на твою жизнь, ты живешь не очень беспокоясь об этом, да? Потому что ты должен достичь состояния, когда раскрытие Творца будет для тебя действием, которым ты радуешь его, как будто ты спасаешь его, как будто оказываешь ему услугу, как будто ты хочешь порадовать его, и от этого есть у тебя радость. Ты как со своими детьми, ты желаешь
хочешь сделать что-то хорошее, приятное. И так ты должен думать, скажем, по крайней мере. И тогда раскрытие становится средством доставить наслаждение ему. Я ищу людей, да. Если гости хотят спросить, пожалуйста, у них преимущественное право. Ты не гость, ты разве гость? Здравствуйте, Раф. Здравствуй. Вы говорили вначале о Ибуре. О подъемах, падениях, о выкидыше. И в моей жизни есть очень ясные вещи. Первое — это то, что нет ничего, кроме него, ощущается очень сильным образом. А второе — это то, что невозможно перестать думать о слиянии с ним в результате. И вот я спрашиваю, когда есть падение, какова разница между ними и между выкидышем? Ведь во время выкидыша ты теряешь слияние. Нет. Это зависит от того, как человек воспринимает это. И если я воспринимаю падение как подготовку к подъему, это не падение. Оно продолжает подъем. Но если я принимаю падение как на самом деле выкидыш, когда я в соответствии с ощущением сейчас сужу о состоянии, тогда это становится на самом деле выкидышем, само падение. Это уже зависит от человека, как он устанавливает свое состояние. Нет, 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 где там? Да. Рав, самоотмена во время распространения, во время дежурства, это более-менее понятно. Так я это чувствую. Ты тем самым не отменяешь себя во время распространения дежурства. Тебя обязывают делать это и делают, а иначе выбросят тебя. Это отмена. Отмена должна быть, когда я сам, когда я желаю этого. Даже никто не обязывает меня. Ну, вопрос такой. Что это за самоотмена? Не только во время распространения дежурства, а, скажем, когда я сейчас сижу и слушаю урок или иду спать, я не проделываю каких-то таких явных действий, где я могу с радостью самоотмениться. Как себя чувствовать, как будто бы все время во время дежурства? Ответственность. Ответственность по отношению к другим. Каждый должен чувствовать. Иными словами, это называется поручительством. Сверлить дырку в лодке. И самоотмена означает, что бы то ни было, я готов быть ответственным. Я из всей команды на корабле сейчас один остался у руля. И нет больше никого. И поэтому моя работа заключается в том, что я ответственен за всех. Да. Ну-ну. С шапочкой, да. Можно ли сказать, что битуль — это результат хисарона, желания? В зависимости от того, какое желание. Желание — просто слово. Желание к духовному. Просьбы. Просьбы к высшему. Это самоотмена или есть иной путь? А самоотмена — это результат многих решений. И главное решение — это что я решаю о том, что мой эгоизм, мое желание получать тот самый механизм, в котором я нахожусь сейчас, который властвует, который буквально управляет мною,
этот механизм никуда не годен, и я нахожусь в нем. Я буквально беспомощен в нем. И тогда из ощущения безысходности я начинаю отменять себя в теперешнем состоянии. Я не хочу вести себя по своему разуму и чувству, но отдаю себя знанию Высшего от Рава к группе, от группы к Творцу. Спасибо. Да, Амнон. Справа, справа. Доброе утро. Мы начали конгресс здесь, и я не могу избежать, я не могу не вспомнить ощущение, которое было в пустыне, на конгрессе в пустыню. Мы находимся здесь сейчас, в таком маленьком месте, в окружении всяких зданий, автобусов. Но есть такое ощущение странное, что мы находимся дома, в своем доме. Я бы хотел спросить, надо ли нам изменить нашу работу, перевести нас в ощущение, что как будто бы мы находимся в пустыне, а не здесь, среди бетона, среди... Давайте думать, что мы находимся в высшем мире, а не в пустыне, на кухне, в высоком или в низком зале. Какая нам разница? Мы находимся в высшем мире, и все. Ни в высоком, ни в низком, и ни в каком. Так нужно чувствовать с самого начала, не в конце. Да, сейчас я рекомендую именно так сделать. Я так чувствую. Ага. Где наши внешние группы? Где? Ага, вот, да, пожалуйста. Ну вот в этом понятии самоотмена возникает ощущение, что это я отменяю себя, и от этого большая гордость где-то скрытая. И здесь вопрос, как сконцентрироваться на том, что не я отменяю себя, а вот перед кем я отменяю себя, вот увидеть ту сторону, а не концентрироваться на том, что это я. הוא אומר שבתוך הביטול עצמי יש איזה עניין של אני, שאני מבטל את עצמי ותמונה שם איזושהי גאווה. אז הוא אומר איך להתמקד לא בי, אלא בצד השני, במה שמחוץ לי, במהלך של הביטול העצמי. Мать не думает, что она отменяет себя по отношению к детям. Она просто делает то, что они хотят, и все. Тяжело и не тяжело, и она об этом не думает. Она просто находится в самоотдаче. Так это у нее от природы. А мы должны сделать то же самое, как будто бы это у нас от природы. И этим ты отождествляешь себя с природой Высшего, как будто бы там уже находишься. Меньше думай о трудностях, о сопротивлении, о всяких таких вещах. Не надо находиться внутри желания получать и с чем-то воевать. Зачем? Чем скорее ты его оставишь, вбросишь себя в группу, это должно быть. Отмени свои мысли. Не надо входить в ссору со своим желанием получать, выяснять, что там за и против, тяжело, не тяжело, да, нет. Находиться надо вне этого. Это рекомендация. Я думаю, она, как правило, хорошо работает. Кфир. Что такое, что это за радость, о которой говорится? Все, что я воспринимаю, что такое радость, когда я наслаждаюсь в своем желании. Радость от того, что я в состоянии отменить себя, что я получил такой разум, чувство, мозг, что Творец дал мне возможность, никто иной. Да, с помощью Рава, с помощью группы, с помощью учебы, распространения, неважно. Но в конечном счете я получил эту силу от Творца. И получил силу отменить себя и находиться над своим животным, пренебрегать им и пытаться сблизиться с ощущением своей души. И это весь мир, кроме меня, кроме моего «я». То, что находится вне моего «я», там полностью находится
кли моей души. Неживое растительное животное, человеческое, люди — это все моя душа. Я сейчас получил некую возможность подняться над собой, вбросить себя в группу, и внутри этой группы найти точку, в которой все сконцентрированы, в этой внутренней точке группы. Там мы все находимся в концентрации, там мы находимся все вместе. Никто там не проявляется как нечто отдельное, а там все мы вместе. И там мы все получаем вскармливание от Творца. Мы слиты с Ним там, Он находится там, не в каком-то ином месте. Если мы делаем компрессию, сжатие, как бы сжатие, такое грубое слово, такое сжатие точек в сердце, этим мы раскрываем Творца. Как из-за давления вдруг возникает какой-то взрыв. И об этом я должен думать. Но это ощущение радости, это то, что я знаю уже? И от этого должно быть ощущение радости, потому что мы находимся в особом действии, вместе, все. Мы приходим к реализации. Мы сейчас в усилии между нами. Мы раскрываем духовный мир. Мы хотим прийти к нему, желаем его, потому что мы впечатляемся друг от друга. И каждый должен понять, что он зависит, что от него зависят все остальные. Он ответственный за всех. Если он сейчас не начнет зажигать всех мыслью, не надо тут прыгать, мыслью. Если мы все добьемся успеха в этом, и если он это не сделает, то он всем нанесет ущерб. Он себе принесет ущерб, потому что это тот ущерб, который наносит всем. Тут должен быть страх. Я говорю об ощущении радости. Это известное мне ощущение или новое, которое я должен почувствовать в результате радости? Ощущение радости от того, что ты и группа, и Творец сейчас раскрываются как единая действительность. От этого должна быть радость. Радость более внутренняя, если ты будешь чувствовать, насколько Творец рад. Затем у тебя будет радость от того, что ты раскрываешь, что Он рад. Вы почувствуете и увидите, это так. Нет, я ищу иностранцев. Бенни, ты не иностранец. Ну, Арава, ладно. Они издалека, они самые далекие. На самом деле, я хочу сказать, что я переехал в группе Зихран. Передай микрофон. Я почувствовал, что вы затронули точку, очень существенную в отношении намерения, в котором мы можем находиться, вот эта ответственность. Потому что если мы все время будем чувствовать себя ответственными друг за друга, и этой ответственностью мы, по сути дела, создаем связь, это общая кли, в котором раскроется это слияние, это наслаждение. То есть, если я чувствую кфира, что я ответственен за него, и кфир, я за тебя ответственен, а ты ответственен за меня, или хэзи, я за тебя отвечаю, а ты отвечаешь за меня. И благодаря этому постоянному ощущению, что все мы здесь ответственны друг за друга, эта сеть, которая создастся здесь, это, по сути дела, является самым точным действием, которое мы можем произвести. Да, через это вы почувствуете внутри этой связи действие Творца. Так это?
Да? Передай там товарищу рядом с тобой. Рав, есть ли мгновение на Конгрессе, есть ли условия свыше, что если не происходит во всех это ощущение ответственности и самоотдачи, это не произойдет, или есть здесь единицы, которые могут произвести это усилие и получить свыше? Если это произойдет в единицах, это распространится среди всех. Спасибо. Да, ну, Эммануэль. Рав, я не уверен, что я правильно это понял. Самоотмена. Скажем, если я смог думать на уроке все время о товарищах, хотя были у меня помехи, мысли и так далее, а все время во внешнем, я как вода вместе со всеми нахожусь в одном потоке, я делаю все, я преклоняю голову, вообще не думая о себе. Этого уже достаточно для того, чтобы достичь самоотмены? Или есть еще условия? После того, как ты себя отменил, причем чего ты получаешь разум и чувства? Через Тору. Через Тору? Я не знаю, что такое Тора. Что значит через Тору? Это ощущение объединения между товарищами. Ну ладно. Ладно, это ладно. Но передайте ему микрофон. В дни подготовки к Конгрессу я чувствовал страшное ощущение отключения от тела. Со мной что-то происходит, но я не присутствую в этом. Я вижу уроки, вижу всевозможные групповые мероприятия, но я как бы смотрю со стороны. А когда я приехал, на самом деле вижу, что это реализуется. Это может реализоваться, вот это раскрытие в нас всех. Есть вдруг какое-то ощущение страха от того, что мы этого достигнем. Как будто бы тебя выкинут из какого-то мира, и ты не сможешь вернуться в этот мир. Это признак того, что ты недостаточно страдал. Путешествие ты не хочешь сделать? Путешествие не хочешь поехать? Я чувствую. Туда и обратно. Я полагаюсь на вас и на товарищей. Я думаю, то, что пробуждается. Я только спрашиваю насчет пробуждающегося ощущения, чтобы не сойти с ума, может быть. То есть потеряю что-то, и я отключусь, и это просто пугает меня. Ты боишься сойти с ума или боишься потерять что-то дорогое, что есть здесь? Это разные вещи. Сейчас ты наслаждаешься пабами, тем, что ты идешь туда вечерами с товарищами, может быть, еще какими-то наслаждениями. Ты пока молодой парень. И это снижает твое стремление. Ты говоришь так, если у меня не будет и этого, и того, и другого, так что-то, в чем будет моя жизнь? Что она будет такой сухой? Этого ты боишься? Нет. Я уже долгое время не наслаждаюсь от этого. То есть, и не ограничиваю себя. То есть, я не делаю это из-за какого-то отшельчества. Я делаю то, что хорошо мне. И поэтому мне нравится участвовать во всех этих мероприятиях. Несчастный. От этого ты наслаждаешься в твоем возрасте и нет других наслаждений. Ну ладно. Посмотрите на этого праведника. А сейчас мы приехали сюда, и мы включаемся в все мировое кли. И есть буквально вот снаружи, мы стояли вместе и пели перед входом сюда. И вдруг пробудился во мне страх, и он сейчас продолжается. Я хочу спросить об этом ощущении. Если мы... Может ли это действительно произойти? Ты думал, что это не по-настоящему? Это как будто ты встречаешься с девушкой, и все, что ты собираешься сделать, и готовишься, а когда ты хочешь что-то сказать, и ты когда уже должен встретиться, ты хочешь сесть в машину, нажать на газ и уехать подальше. Мне необходимо вникнуть в то, что ты говоришь. Я с этим не знаком.
То есть ты боишься, но успокоимся. Это хорошо, чтобы немножечко мы так снизили давление, сняли напряжение. Ты боишься, что ты потеряешь что-то хорошее, дорогое из этой жизни, а там неизвестно, что произойдет? Человек, когда проходит весь процесс в своей жизни, в особенности, когда он входит в осознание своей души, он проходит этапы очень-очень путанные, сложные. И иногда настолько, что ему кажется, что он сходит с ума. Да, ты прав. Теряет свой разум обычный. Он не знает, как отнестись к миру. Мир ему представляется иногда таким, иногда иным. Чувство его, он как бы меняет свою внутреннюю часть, свою программу, свои внутренние данные, с помощью которых он работал с миром, с собой. Это верно. И поэтому наш путь требует очень крепких нервов. Человек растет, он получает эту помощь свыше. Но действительно это непросто. Это непросто. Или человек принимает это естественным образом, в то время, пока он растет. И тогда у нас есть дети, которые так растут, они слышат, и у них это как-то имя воспринимается естественным образом. Они, даже когда они говорят, они не понимают, о чем говорят, но все-таки это приходит с помощью окружающего света, с помощью каких-то изменений в ощущениях. Я видел это на своем сыне. Но необходимо время. Поэтому путь не быстрый. Человек должен привыкнуть ко всем состояниям. И это занимает время, поскольку мы действуем в таком мире. Поэтому единственное наше кли — это самоотмена. Я не отхожу от темы, потому что это невозможно. Насколько человек в состоянии просто закрыть себя и начинать видеть мир через чей-то разум, через чьи-то чувства. Этим он проходит быстрым и легким образом все состояния. Если ты начнешь проходить все эти состояния в своем чувстве и разуме, с твоей критикой, это займет 30-40 лет. Пока ты не решишь, что это не работает, и необходимо от этого избавиться. Если ты прислушаешься к советам учителя и товарищей, и попытаешься сделать это, не вмешивая в это свое эго, насколько это возможно, ну, действительно, не вмешивая, в отрыве от него, ты сделаешь это быстро и легко, тебе будет легко. Потому что ты захочешь только одного, чтобы пришел свет и подействовал на тебя. Ты сейчас боишься, что ты получишь разум мой или товарищи? Нет. Ты должен только стремиться к тому, чтобы свет принес тебе изменения. Все. Свет даст изменения. Я ничего не хочу, кроме этого. Он и сейчас действует на меня. Я хочу только, чтобы он подействовал быстрее. Вот и все. То, что он делает, пусть делает. Ему я себя предаю. Но?
В Шамате, 42-й статье, говорит Бальсулам, иногда человек сомневается, то есть человек не желает, чтобы за один раз сразу же отменилось в нем желание получать. То есть трудно ему решить с первого раза, что все искры его любви были бы убиты. То есть он не согласен с тем, чтобы отменились в нем все желания получения сразу, но он желает, чтобы отменились искры получения постепенно, а не сразу же за один раз. То есть немножко будут действовать получающие кли, а немного отдающие. Получается, что у этого человека нет сильного мнения ясного, а сильное мнение, когда с одной стороны он утверждает «все мое», то есть все это во благо желанию получать, а с другой стороны он утверждает, что все это для Творца. Это называется сильным мнением. Только что человек может сделать, если тело не согласно с его мнением, что он хочет, чтобы это было во благо Творцу? Тогда называется, что человек делает все, чтобы в его силах, чтобы это было ради Творца. То есть, что он молится, чтобы помог ему, чтобы он мог действовать так, чтобы все его желания были на действии, в действии, на практике к Творцу. И это, что мы говорим, помни нас для жизни и запиши нас в книге для жизни. Не полагайся ни на кого, ни на меня, ни на группу, если ты еще к этому не готов. Но отдай себя Творцу. Вот и все. Ты сэкономишь тут много проблем, нервов, и сделаешь большой прыжок в пути. Если ты направлен на него, конец действия в начальном замысле, тогда ты увидишь, ты будешь видеть, в чем, где я здесь существую, как Творец, ты тут Творец, как он облачается в меня. И там в конце действия, которое находится в начальном замысле, там я увижу, как он действует, и тогда я почувствую, насколько мне нужны Раф и группа, и все придет в норму. Необходимо направление немножечко. Ну, где иностранцы? Пожалуйста, сюда. Благодарность может быть путем прихода к самоотмене? Благодарность может ли быть оно путем прихода к самоотмене? Да, разумеется. Да. От того, что я... Это отмена самого себя, если я благодарен, если я восхваляю, воспеваю Творца, в этом я уже отменяю себя. Это уже самоотмена. Но не знаю, что делать. Ну ладно. Что он там хочет? Отмена. Это по факту отношение к получению. Я хочу получать для себя, или я получаю то, что мне хотят дать? Битуль зе яхас клапе кабала. Ани мекабел ма ше роцим латет ли, о ани мекабел лацми. Килу зе шину яхас клапе, эх ше ани тофес кабала. Нет. Отмена — это значит, что я рад любому состоянию, которое приходит ко мне, потому что оно приходит от Высшего. Все. И тогда все изменения, которые происходят во мне, я им рад. Я все время только удерживаю себя в радости, поскольку я слит с Высшим. А Он пусть делает со мной все, что угодно. Высовывает меня в такую стирку, что мне даже не важно. Главное, что я нахожусь в Его руках. Нет ничего более уверенного, более легкого, более безопасного. И поэтому самое главное, что у нас есть во всем духовном пути, —
я не могу у Творца ничего получить, если я не отменяю себя. И тогда Он работает надо мной. Мы перейдем. У вас еще будет очень много возможностей. Ну ладно, последний. Передайте ему микрофон. И мы переходим. Почему это ощущение, это словно фокус, который ты теряешь? Ты можешь сфокусироваться на нем, и это исчезает. Исчезает. Это всегда так? Любая духовная вещь так? У любой духовной вещи, как бы это сказать, время его жизни, любого духовного явления, это момент. Зачем? Ты должен возобновлять каждый раз, дальше, дальше и дальше. И можно удерживать этот фокус? Если ты хочешь уже удержать это уже клипа. Почему наш мир работает в соответствии с материальным временем? Потому что ты хочешь внести в то состояние, в котором ты находишься еще разум и наслаждение, и ощущение свое собственное. Ты берешь момент, даже не секунду, потому что секунда — это тоже время, а момент, и начинаешь растягивать его по оси времени. Поэтому наш мир находится ниже скорости света, а духовный мир выше скорости света, над скоростью света. Проблема здесь в том, что ты снова становишься тупым. Ты каждый раз... Почему глупо? Ты каждый раз приобретаешь новые разумы и чувства. По отношению к чему? По отношению к тому, что я сейчас, чем я сейчас являюсь, я готов быть глупым, я хочу себя отменить. Я иду на отмену для того, чтобы получить больше. Самоотмена — это средство стать выше, стать умнее, стать более чувствительным. Поэтому каждый, кто отменяет себя верой выше знания, почему это такое сильное средство? Почему это оно вечное, оно особое? Как бы это сказать? Мне не хватает слов. Потому что ты с помощью того, что у тебя есть вера выше знания, ты все время хочешь подняться. Ты хочешь принимать новые знания, новые чувства. Ты все время так растешь. Поэтому не надо бояться терять то, что есть. Самое главное — это объединение и слияние вместе. И если все думают об этой самоотмене, для того, чтобы вместе соединиться, все. Ты понимаешь, в какой силе общего объединения ты находишься, общей самоотмены ты находишься, и тогда тебе приходит новая духовная ступень. Как я могу передать это товарищу? Мыслью, внутренним желанием. Словами тоже может быть, но самое главное — это все в мысли. Песня.